мінус. 9 число. Ми за 6 годин до IDC. За 8. Коротше, ми шукаємо, куди нам іти. А, ліворуч. Туди, по-моєму, казали, так? Та я не знаю. Коротше, тут прикольно. Але тут прикольно, але ще ніфіга нормально не зробили. Бляк, тут взагалі пусто. О боже, як це страшно. Це тупо як акваріум, чуваки. А, це гігантський акваріум з катакомбами. Так, це другий. Давай зверху глянемо. Це Интересного, поскольку мы Богдан сказал два стола, мы решили взять только там часть. Можно очень бывает, без проблем.
Да, надо тише смотреть. Ну, это самое логичное место. А свитло там у нас будет стоить? Там вот на потолке есть такое стоящее. То есть там будет не такое темное? Не такое темное. Единственное, надо идеально узнать ветер, можно ли дифференцировать с этим. А свое можно что-то приместить, типа экологичное там? Да, да, это есть. Но если по здоровой лампочке, пистера, киловатта по свитло, вы, по-моему, 150 ватт, то потужнее. Ну, ні, у нас по яскравості як півтора, але по тягнеш тільки 150. Ну, тобто. Ой, от ми його отак от розвернемо таким сюди. І воно закривається, воно не функціонально в течение всього дня. Воно функціонально тільки в обід і на вечірній прийшов. А тут будуть це вибори? Ні. А якщо навіть і мати буде, то у них є проход. То тут ми можемо виставити два історика, і вопрос можна йти. Точніше, лампу бізнесу. На самом деле, ну, я не уверена, що можна так кожну окрему нішу по світу диференціювати. А просто можна в кишні подивитися, яка справість буде? Вот уже в это время суток крайне тяжело. Олимпийские уже. Не, ну теоретично воно а тут. Не, не открывается. Не, ну можно открыть его. Абсолютно. Можно сюда. Разумело. А так, а 220. А тогда, потому как здесь это все располагает. Это с вами общаться. Мне просто бог... со мной, да. Да? Можно тогда ваш номер тоже? Пожалуйста, 044. 73.07.